Прием традиционно начнется с 1 апреля, поэтому есть определенные правила, которым нужно следовать родителям для того, чтобы спокойно пройти процедуру приема ребенка в первый класс. То есть прежде всего нужно определиться со школой в соответствии с местом жительства и районом. Эта информация есть на сайте управления образованием, можно ее заранее посмотреть. У нас есть еще месяц, чтобы подготовиться к этому сложному процессу. Далее, определившись со школой, также на сайте школы есть информация о количестве мест. Мы рекомендуем родителям записываться в первый класс через портал госуслуг, поскольку этот процесс достаточно динамичный, плюс все ваши данные будут подтягиваться уже, поэтому, мне кажется, ну, это максимально простой вариант, плюс вам пригодится дальше работа с этим сервисом в жизни. Прием начнется, как я сказала, с 1 апреля до 30 июня. Это первая волна, основное зачисление по месту жительства. Далее, соответственно, 6 июля и по 5 сентября начнется прием для тех, кто хочет поступить в школы, ну, по каким-то другим, собственно, критериям. В целом я хочу родителей успокоить, что все детки поступят в первый класс, поэтому если в школе будет какая-то проблема в этом смысле, мест, например, нет или закончились, обязательно обращайтесь в управление образования. Вам помогут, определят школу, и ребенок радостно пойдет в первый класс. Обращаю внимание, что у нас есть приоритеты по зачислению. Понятно, что это братья и сестры, это, конечно, дети участников СВО, в том числе ребят, которые погибли, отдали долг своей родине. Это дети родителей, которые в различного рода силовых структурах находятся. Поэтому на все эти особенности обращайте внимание. У нас везде работают горячие линии, поэтому еще раз призываю воспользоваться, задать вопросы, написать нам, если что-то непонятно, мы поможем